Победителем городской молодежной квест-игры под названием «Я Нижегородец» стала команда из Высшей школы экономики. Они ответили на непростые вопросы и пришли к финишу первыми. Задачей участников было перемещение от памятника к памятнику или знаковому для нашего региона месту, где проверялись знания по истории. Хотели напомнить ребятам историю своего города, чтобы они не забывали эту. И все-таки, когда подходишь к тем памятникам, проникаешься патриотизмом, хотели еще раз это, чтобы ребята почувствовали это, что они живут в великой стране и в городе, собственно, с которого началось то самое ополчение. Индивидуальный приз тоже ушел в Высшую школу экономики. Роман Замашкин не дал соперникам ни единого шанса. Выберите города, через которые прошли войска второго ополчения под руководством Козьма Минина и Дмитрия Пожарского. Перечислите города. То есть нам вот сейчас взять кредит? Да, да. Пожалуйста. Давайте Блатна. Раз. Килиш-Магистрама. Правильно. Ярославль. Правильно. Ну а первый-то город? Нижнегород. Конечно. Молодец. Молодец. По словам Романа, вопросы не поставили его в тупик. Ну на самом деле просто очень люблю в школе историю. Так получилось, сдавал ЕГЭ по истории. Вот. Ну и, конечно, в нашем вузе тоже очень сильный преподаватель на всех факультетах. В командных соревнованиях сложностей тоже не возникало. Скорее, большая сложность, тем более, как и представительница слабого пола была в физической части, когда приходилось бегать, чтобы прийти первыми. Не страшно, физические нагрузки еще никому не мешали. Зато эти ребята по праву могут считаться настоящими патриотами.